Смотри, полный пакет этих приколы такие называются контакторы. Это советская такая байда, в ней есть серебро. Короче, берешь, откручиваешь вот эти болтики, потом вот тут расверливаешь все, достаешь вот эту постанову и, короче, нагреваешь, берешь резак и слизываешь серебро немагнитное. Ну, в принципе, можно взять молоток и разнести кабину и вот здесь, вот сюда вот лупасить. Оно все рассыпается, потом берешь эти контакты, все равно этот, их надо будет отпаивать. А здесь, походу, медь, ну, много меди. Короче, в этом пакете, смотри, 12,5 килограмм таких вот приколов у меня. Иди, заходи уже на OLX, ищи, там где-то они в продаже. Сколько штук? Ну, не считал. По-моему, штук больше 10. Да, тут в нем серебра, наверное, грамм 20-30 в одном. Такие приколы тяжелые. Где же они стоят? Наверное, в каких-то трансформаторах. Не знаю, купил пакет. Разбирать не хочу, поэтому, если хочешь повозиться, смотри, сколько тут гаек. Берешь вот это каждую, глянь, чик-чик-чик-чик, выкручишь. Кстати, вот обрати внимание, болтики покрытые серебром. Посеребрение. Медь, посеребрение, серебро, феррум, черный металл. 12,5 килограмм в таком белом пакете, видишь, с чайкой и с этим, как это называется, маячок, вот, уже в продаже.